необходимый форумик. Для того, чтобы попасть на должность инженера, новому рынку пришлось пройти довольно серьезное собеседование. И отобрали 30 счастливых, которым повезло после всего набираться в классической музыке. Сегодня штат Мариинского театра пополнится на 1000 человек после открытия новой сцены. Причем активно прослушиваем оркестр, оперную и балетную труппу. Классическим артистом, кстати, лично Валерий Гергиев. Всю эту предпраздничную неделю маэстро отбирал музыкантов. И это параллельно с выступлениями и хлопотами перед открытием театра и собственным юбилеем. 60-летия Валерия Гергиева поздравил Дмитрий Медведев, премьер назвал юбиляра человеком большой. Спешите, ребята, в сторону Самары. Предварительные и соседительские проекты под началом мая. Относительно бюджетные отдыхи теперь может лететь в Копейск. Там при повороте на Пензу ДТП серьезная, пробка скопилась. Ситуацию разбирал Сан Андреев. По требованию Международного валютного фонда, а также в результате тяжелого экономического кризиса, который переживает сейчас Египет, власти заявили о повышении цен на дизельное топливо и бензин практически в 5 раз. Учитывая, что в курортной зоне все, включая продукты питания и пресные воды, доставляется транспортом, цены на них не заметят людей, как и не может не отразиться на отелях, которые принимают иностранных туристов. Они вынуждены будут сократить расходы на питание, содержание отелей, обслуживание и непременно поднять цены на путевки. Эксперты прогнозируют, что если увеличится цена на бензин и электроэнергию, то владельцам отелей придется поднять цену минимум на 10%. Однако египетское правительство надеется, что увеличение цен на отели не будет иметь негативного влияния на туризм, на долю которого... Крайне сложно, ведь цены на продукты уже выросли, причем на импортные от 50 до 100%. Поэтому им приходится удивляться, что несколько разнообразное меню становится беднее каждый месяц. Сейчас египетские власти возлагают надежду на то, что владельцы гостиниц будут искать. Ребята, в сторону Самары не очень спешите, там за поворотом на Пензу ДТП серьезная пробка растянулась. Время потеряете все равно. Микропанели строящейся линии московского метрополитена в районе станции Петровска-Разумовская. Это данные российского МЧС. По предварительным сведениям жертв и пострадавших нет, обстановка уточняется. Новости спорта. Здравствуйте, основная тема спорта Михаил Лебедев. В финале футбольной лиги чемпионов сыграют два немецких клуба «Боруссия» и «Бавария». Напомню, что во вторник в ответном полуфинальном матче команда из Дортмунда уступила в Мадриде «Реалу» 0-2, однако королевскому клубу этого не хватило, поскольку в гостях он потерпел поражение со счетом 1-4. Ну а в среду «Барселона» принимала клуб из Мюнхена, которому на выезде проиграла, что называется, вчистую 0-4. Вчера же «Бавария» не успела концентрации на ее поле 3-0. Прижимаешься в середину, зараза. 11 лет. Добавлю, что финальный матч Лиги чемпионов состоится 25 мая в Лондоне на стадионе Уэмбли. Причем на этой арене он пройдет уже в 7-й раз. Следующие 4 матча мужского чемпионата России по волейболу.